Добрый день, уважаемые трейдеры! С вами компания WinOption Signals, и сегодня мы разберем для вас самый необычный и, казалось бы, очень простой индикатор для бинарных опционов – SSS Option. Если вы уже читали статью об этом индикаторе на нашем сайте, а теперь смотрите это видео, то, скорее всего, вы не разобрались, как он работает, или хотите подробнее узнать особенности его использования. Итак, давайте подробно рассмотрим, как работает индикатор SSS Option, ведь он претендует на звание того самого всеми желанного грааля для бинарных опционов. Индикатор SSS Option не использует никаких технических функций. Он анализирует исторические данные и с помощью математических ожиданий делает прогноз в будущее. Такой метод анализа очень точен и при использовании нескольких колен Мартингейла будет давать 100% результат. Сразу хотим заметить, что индикатор SSS Option вовсе не индикатор, а советник, или как их еще называют, эксперт. Поэтому очень важно при его установке скопировать его именно в папку Experts, а не Indicators. После установки индикатора не забудьте включить Import DLL. При первой загрузке индикатора с включенным перерасчетом откроется страница нашего сайта. Закрывайте, пожалуйста, ее до конца работы с советником. Итак, как видите, в индикаторе минимум настроек. Мы можем выбрать таймфрейм, на котором будем проводить анализ, и сделать полный перерасчет. Включать полный перерасчет нужно только при первом добавлении индикатора. А если хотите добиться максимальной точности от индикатора, то нужно будет загрузить всю историю по данному активу. Для этого переходим в сервис и выбираем архив котировок. Далее выбираем нужную нам валюту и таймфрейм, после чего нажимаем «Загрузить». Итак, мы загрузили нужную нам историю. Теперь добавим индикатор с включенным перерасчетом. В зависимости от мощности вашего компьютера, на это потребуется некоторое время. Последующие же перезагрузки будут более быстрыми. Сам индикатор состоит из трех таблиц, которые заполняются историческими данными. Основная верхняя таблица разбита по часам и дням. Сами колонки заполняются красным и зеленым цветом, в зависимости от того, какого цвета свеча была в данный промежуток времени. Пол – зеленая или пут – красная. То есть, у нас есть дата 18 декабря 2020 года, и по этой дате расписан весь день, как закрывались свечи. В 11 часов свеча закрылась на понижение, в 12 на повышение и так далее. Красный или зеленый прямоугольник соответственно. Теперь нам нужно найти время, когда уже несколько дней подряд закрываются свечи одного цвета. Например, как здесь. В 10:30 уже 12 дней подряд идет серия из красных свечей. Теперь переходим на нижние таблицы. Здесь у нас будет показываться, сколько раз за всю историю анализа раньше уже были такие серии красных или зеленых свечей. В нашем случае серия из 12 свечей была только один раз. И логично предположить, что на следующий день в это же время свеча будет зеленой, а значит нам нужно будет открыть опцион call на повышение цены. По сути, это переносит торговлю бинарными опционами в казино, где часто азартные игроки пытаются поймать такие длинные серии одного цвета. Но в казино все математические ожидания сводятся на нет, наличием zero. В бинарных же опционах у нас только два исхода – вверх или вниз. А значит, используя Мартингейл и находя только самые длинные серии в истории анализа, мы сможем добиваться 100% точности прогнозов. Итак, подведем итог, как открывать сделки по данному индикатору. Первое. Находим валютную пару, на которой на одном из таймфреймов есть длинная серия свечей одного цвета. Второе. Сверяем, насколько эта серия длинная по истории. Для большей точности нам нужно брать именно максимальные исторические серии. Тогда, добавив всего 2-3 шага Мартингейла, у вас будет лучший результат. И третье. Открываем сделку в указанный промежуток времени против серии. Обратите внимание, что очень важно открывать сделки четко в указанный промежуток времени. То есть, если у нас серия стоит в интервале 10:30,
Это значит, что нам нужно купить опцион четко в 10.30 и поставить экспирацию на 30 минут к 11.00. Если серия продолжилась и опцион закрылся не в нашу пользу, то на следующий день удваиваем сумму по мартингейлу в зависимости от коэффициента брокера. Если вы сами еще не умеете рассчитывать суммы для ставок по мартингейлу, то можете воспользоваться нашим калькулятором мартингейла. Все полезные ссылки будут в описании к этому видео. Еще одним лайфхаком к этому индикатору будут экспресс-опционы. Такие опционы есть не у всех брокеров, но, например, у брокера Pocket Option можно будет получить огромный коэффициент, используя данный тип опционов. Нам нужно будет найти минимум 3 затяжных серии на разных активах и сделать экспресс-ставку на них. Таким образом, если все они закроются в нашу пользу, то наша ставка умножится в 6-7 раз. Ну а если серии найти больше, то и коэффициент будет в 2 раза больше. Максимальный коэффициент, который нам удавалось собирать, был 360. То есть, поставив всего $10, мы получили $3600 на свой счет. Конечно, такие случаи будут очень редкими, и скорее всего вы будете делать ставки только по 3-4 актива. Также имейте в виду, что данный подход к торговле значительно увеличивает ваши риски, и применить мартингейл тут будет практически невозможно. Итак, спасибо, что досмотрели обзор до конца. Надеемся, вам удалось разобраться, как работает данный индикатор. Но если у вас остались вопросы или идеи по данному индикатору, обязательно поделитесь ими в комментариях к этому видео или в нашей статье. Удачной торговли и не забудьте подписаться на наш канал.